Звука не должно быть у нас, нет? Добрый вечер, дорогие друзья. Уже пора снимать маски. Я тоже уже, видите, сняла маску, уже хожу без маски. Поэтому все снимаем маски. Можно одеть очки, если кому-то хочется. Возьмите ручку, тетрадь и обязательно будьте с нами. И будьте, действительно, почувствуйте все то, что мы сегодня хотим вам передать. Меня зовут Татьяна, и сегодня я начинаю нашу встречу. О чем же сегодня мы будем с вами говорить? И, конечно же, я познакомлю вас и с историей моей компании, и с людьми, которые ее создали, и с той ролью, которую она сейчас играет во всем мире. И мои партнеры также вас познакомят сегодня и с нашим продуктом, который мы любим, используем и советуем вам не просто услышать об этом, а обязательно воспользоваться такой возможностью. Вы сегодня услышите о тех возможностях, которые есть в мире на сегодняшний день, в наше время пандемии, когда, знаете, сокращаются рабочие места, когда люди боятся заразиться, когда люди боятся, что они могут остаться без работы, и сегодня у вас этот есть шанс. Итак, наша команда, наша компания, мы живем в Genes. И почему мы себя и называем семьей? Потому что наша семья – это действительно семья, которая во всех странах мира.
Иджинес компания, которая открыта 9.09.2009 года. Почему вот столько девяток? Это не случайно. Потому что именно цифра 9, оказывается, это признак долголетия, признак финансовых возможностей. И не случайно создатели компании, которые думали о том, как сделать людей счастливее, это люди, которые известны во всем мире. Это семья, семейная пара. Рэнди Рэй, Венди Льюис и их сын Скотт Льюис. Вы знаете, я буквально несколько слов не могу не остановиться на этих замечательных людях, потому что я их и сама лично видела, слышала, знаю. И я просто от всей души просто благодарна, что такая компания на сегодняшний день существует. В свое время Рэнди Рэй, он был создатель компьютерных технологий, и уже к 35 годам он стал миллионером. И, конечно, вы знаете, можно сказать, конечно, наверное, у него там родители какие-то богатые, у него там волосатая рука, и нет, ничего подобного не было. Вы знаете, чем интересна эта история его жизни, что он вырос в совершенно бедной семье, и матери нечем было его кормить, и она делала лепешки, представьте, из земли, и он поставил себе цель, он сказал: я никогда не буду так жить, я хочу быть богатым. И к 35 годам он это сделал. И его жена Венди Льюис, это его соратник, это его поддержка, это душа, это сердце нашей компании. И что я могу сказать, что я просто горжусь, когда слышу в разных периодике и в интернете, и в печатном виде, да, когда нашу Венди Льюис уже четырежды она была номинирована как женщина года, как лучшая бизнес-вумен во всех странах. И их сын Венди Льюис, Скотт Льюис, это человек, который просто колоссальные у него организаторские способности. Именно благодаря ему сейчас идет самые такие глобальные решения и самые такие интересные новации и во всем мире. Международная семья Дженес. И в первую очередь я хотела бы сказать о том, что наша компания Дженес, она уже в 147 странах, и она развивается и развивается. 47 дистрибьюторских центров, которые на сегодняшний день есть во всех странах мира. И вот вы видите, 34 странах мира есть офисы. В этих офисах могут приходить не просто дистрибьюторы, они могут работать, они могут не только получать свой продукт, они могут там работать, они могут общаться, им оказывается и внимание, и поддержка, и помощь. И благодаря руководству, благодаря логистике, с первых же лет компания постоянно растет. И мы можем спокойно знать, что если мы подписали своих партнеров в разных странах, в разных городах по всему миру, логистика, доставка, связь с дистрибьютором, настолько все продумано и на самом деле на самом высочайшем современном уровне. И рост нашей компании постоянно растет. Более, рост, вы знаете, вы увидите далеко не во всех компаниях. И я хочу остановиться буквально на нескольких цифрах. Вот на такой цифре, как 2015 год, потому что компании тогда исполнилось 6 лет всего в мире. И 6 лет, вы знаете, за 6 лет я когда узнала, что компания вышла на 1 миллиард долларов, я стала сравнивать
где еще, какие компании в мире вышли за 6-7 лет на 1 миллиард? И, конечно, это компания Apple, Facebook, Amazon.com, eBay, Google. Но это ничего, нельзя сравнить эти компании с сетевыми компаниями. А какие же сетевые компании? Есть же сетевые компании, которые имеют несколько миллиардов уже товарооборота. И мы не можем даже сравниваться. Они, вернее, с нами не могут сравниваться. Почему? Потому что в компаниях, которых уже несколько миллиардов, им уже на сегодняшний день сейчас много лет. И этим компаниям уже... Выключите, пожалуйста, микрофоны. И им уже сейчас много лет. Это компании, которые мы уже знаем, и Avon, и Oriflame, и компания, которая не просто на букву А, которая уже более 60 лет в мире. Конечно, там больше миллиардов, но сколько лет? Вы знаете, самый главный момент, который я бы хотела сказать, что больше 55% от созданного товарооборота, который сейчас уже выходит на более 7 миллиардов долларов, и мы идем к десятке, и выплачено в сеть нашим дистрибьюторам. И на сегодняшний день это самое большое количество людей, которые зарабатывают деньги, самое большое количество миллионеров и миллиардеров. Вы видите сейчас вот такие цифры, награды 720, более 720 наград, которые получала и получает ежемесячно, ежегодно наша компания. И я сейчас не буду говорить обо всех этих наградах, потому что это награды по разным номинациям. Это и лучшее бизнес-место в интернете, это и самые лучшие печатные материалы, это работа с дистрибьютором. Ну, постоянно в каждой номинации наша компания принимает участие и растет, и растет, и растет. И я горжусь тем, что наша компания, моя компания, она входит не просто, знаете, многие могут сказать, что мы входим там в сотку лучших компаний мира. И когда-никогда, но я горжусь тем, что наша компания уже сейчас под номером 14, и она занимает не просто ведущее место в сотке компаний мира, и держит, и приумножается. И на сегодняшний день почему вот такой рост идет? Почему? За счет чего? И за счет того, что, конечно, это самые высочайшие технологии. Но мы можем гордиться, что мы не просто зарабатываем деньги, а являемся и спонсорами таких команд, общеизвестных в мире, как Галатасарай в Турции. Но самое интересное, когда всем известна такая команда, такая известная компания, как «Динамо», которая действительно на своих гольфах и уже футболках имеет нашу эмблему GNS. И, конечно, я с удовольствием хочу вам сказать о том, что мы делимся своей прибылью с детским фондом, который называется GNS Kids. На сегодняшний день, вы знаете, это и во всех странах мира, и у нас, и в России, и в Украине, когда этот фонд помогает и детям, голодным детям, больным детям, строятся в разных городах и странах, строятся и больницы, строятся школы, помогают детям действительно обрести дом. И это очень важно на сегодняшний день, потому что, вы знаете, далеко не каждая компания может похвастать тем, что занимается еще, кроме заработком, еще и благотворительностью. И вы знаете, за счет чего вот такой рост, и рост товарооборота, и рост во всех странах мира, и доставки, и
довольных клиентов и рост дистрибьюторов, которые зарабатывают деньги и становятся миллионерами, потому что это обычные люди, за счет чего, конечно, задействованы самые современные индустрии. И эти индустрии, которые на сегодняшний день дают самый большой товарооборот вообще в мире, это, конечно же, индустрия wellness, это уход за кожей, за волосами, это уход за, управление нашим весом, это витаминный баланс. И вот обо всем этом вы сейчас можете услышать у моего партнера, которого я очень люблю, уважаю, который живет в Херсоне. И вы знаете, это в прошлом предприниматель. И на сегодняшний день она предприниматель Джинесс. Она обожает продукт, и она с любовью с вами об этом поделится. Передаю слово Яне Богоявленской, Херсон. Всем добрый вечер. Я очень рада, что мне надо будет рассказывать о продукции нашей компании, потому что действительно я сама ее очень люблю, и вся моя семья любит нашу продукцию и пользуется ей. Особенно, когда мы это оценили, нашу продукцию, когда вот у меня сын, мама заболели коронавирусом, и благодаря этой продукции мы вышли из такого плохого состояния намного быстрее, чем если бы этой продукции у нас не было. Вот. Если вы посмотрите на вот этот слайд, то вы увидите, что продукта у компании совершенно немного, и он направлен на защиту питание и восстановление наших клеток. Каждый продукт работает так, что, выполняя свою какую-то задачу, он одновременно усиливает и дополняет один другой. Наши продукты способствуют обновлению клеток организма, основываясь на новейших открытиях в области омоложения. В состав каждого продукта входят новейшие разработки, за открытие которых были получены Нобелевские премии. Например, в косметике это факторы роста, которые омолаживают и восстанавливают клетки кожи. Линейка косметики у нас представлена дневным, ночным кремом, двумя видами масок, очищающим средством и кремом для тела. Вот, все они содержат факторы роста, и все они эксклюзивны. Я же хочу остановить ваше внимание на сыворотке, потому что ни у одной какой другой сетевой компании, ни у какого именитого бренда нет ничего подобного. Наша сыворотка, она содержит 200 факторов роста. И факторов роста, которые работают с вашей клеткой, и благодаря именно им вы сможете повернуть время вспять на десятки лет назад. Следующий продукт – это крем мгновенного действия Agilis. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вот Agilis – это именно тот крем, который явно показывает, как вот по щелчку пальца лицо меняется прямо на глазах. Что в нем еще исключительного, это то, что он не содержит ничего вредного для вашей кожи. Он так работает за счет расслабления мышц вашего лица. Линия декоративной косметики представлена аэромакияжем, который легко очень наносится и совершенно не ощущается на лице. И что еще в нем интересно, это то, что в нем нет вот этого вредного талька, который обычно есть в тонаках. Но зато в нем есть факторы роста, которые способствуют заживлению и омоложению вашей кожи. Также у нас есть шикарные средства по уходу за волосами, благодаря которым ни один человек смог восстановить свои волосы. Если говорить о продукции компании, которую мы принимаем внутрь, то немаловажным фактором является ее усвояемость. Используя Нобелевские премии по мембранному проникновению в клетку, мы получаем до 90% всех полезных веществ. Например, если взять аптечные витамины, они усваиваются нашим организмом на 20-30%. Здесь же
ваша усвояемость любого препарата будет 90%. И сейчас я кратко расскажу о каждом продукте. Первое, о чем я хочу рассказать, это резерв. В его состав входит ресвератрол, открытие которого получило Нобелевскую премию. Резерв побуждает наши гены работать на омоложение и способствует поднятию иммунитета, снятию воспаления. Он мощный антиоксидант и онкопротектор. Если среди ваших знакомых есть люди, у которых сахарный диабет, низкий гемоглобин в крови, какие-то воспалительные процессы, или они подвержены разным простудным заболеваниям, то это вот именно то, что вы можете им предложить, ну или взять себе. У компании есть то, что улучшает работу нашего головного мозга. Это Mind. Он также служит для профилактики таких болезней, как Альцгеймера, Паркинсона, и его однозначно можно советовать всем, у кого работа связана с большими умственными нагрузками. Это бухгалтера, айтишники, студенты. Витамины у нашей компании представлены комплексом, и они содержат, каждый из этих комплексов содержит более 70 компонентов, которые не только прекрасно сочетаются, но дополняют и усиливают друг друга. Благодаря этому комплексу не нужно глотать вот жменью таблеток, потому что все, что нужно, суточная потребность человека в полезных веществах, есть здесь в одной таблетке. А М – это те витамины, которые дают энергию днем. А ПМ – это те витамины, которые нам дают гармоничный сон ночью. Их можно рекомендовать каждому, а особенно людям, которые работают вахтенным методом. Они это вот однозначно оценят. Finity – это эксклюзивный продукт нашей компании. В его состав входит вещество, которое приостанавливает нашу старость. Ну, еще 50 лет назад это звучало бы как какая-то фантастика, а сегодня каждый человек, у которого есть вот такая вот баночка, он может отодвинуть свою старость на несколько лет назад. Revita Blue восстанавливает наши стволовые клетки, стволовые клетки именно наши, нашего организма. Почему вот у детей выздоровление проходит быстрее, чем у стариков? Потому что все их стволовые клетки, они живы и активны, а с возрастом этих клеток становится все меньше и меньше, и они слабеют. Так вот, восстанавливая благодаря Revita Blue свои клетки, мы даем дополнительные силы нашему организму бороться с болезнями. Следующий продукт – Baobab. Его основа – это Baolife. Его основа – это мякоть баобаба, и он является прекрасным пребиотиком, который восстанавливает микрофлору нашего кишечника. А все мы знаем, что желудок, он решает 90% проблем здоровья всего нашего организма. То есть, чтобы организм был здоров, у нас должен быть здоров кишечник. И с этим отлично справится Baolife. Компания также заботится о здоровье наших хрящей и суставов кожи. И для этого у нас есть гидролизированный коллаген, это нара, благодаря концентрации и усвояемости которой дается быстрый и долговременный результат. Monavi помогает поддерживать подвижность в суставах, их гибкость, а также обеспечивает нам антиоксидантную защиту. И, конечно же, в нашей компании есть программа Zen, которая работает на регулировку веса и очищение нашего от организма от вредных вещей. Многие из нашей команды проходили эту программу и проходили ее не раз, и у всех очень хорошие остались после нее результаты. Все, о чем я только что говорила, было создано людьми, этими людьми. Это совет научных консультантов. Эти люди известные и большие профессионалы с множеством научных открытий и разработок.
о всех наших продуктах более подробно вы можете посмотреть на канале Longevity TV. В интернете есть очень много различных роликов с отзывами, и с помощью этих роликов вы можете лучше определиться, какой из продуктов вам более нужен и что они дадут именно вам. За каждым продуктом стоит огромный рынок сбыта, и с каждым из них можно было бы создать отдельную компанию. Но есть еще один такой пункт, который объясняет компанию GNS, и почему важно услышать эту информацию вам, если вы хотите что-то изменить в своей жизни. Своим успехом компания обязана маркетинг-плану выплаты комиссионных. И я хочу передать слово Юлии Рубан, которая расскажет нам о маркетинг-плане нашей компании, потому что она не только сама успешно зарабатывает здесь деньги, но и успешно обучает свою команду. Команда у нее очень большая. Юля, тебе слово. Спасибо большое, Яна. Ну вот сейчас вот вы по завершению Яниного выступления видели, какие результаты дает наша линия продуктов для омоложения, для поддержки здоровья. Но что может быть еще актуальнее? Конечно, это ценности, да, то, что, о чем мы сейчас говорим, вообще вся наша презентация, она, в принципе, посвящена вот жизненным ценностям. Это времени, это качество жизни, это здоровью, естественно, нашему. И еще такая ценность, да, вот некоторые говорят, что не в счастье, не в деньгах счастье, да, на самом деле, конечно, не в деньгах счастье. Деньги как таковые, они не приносят счастья, просто наличие денег. А вот то, что ты получаешь за эти деньги, в том числе и здоровье, в том числе и возможность видеть мир и помогать людям, и чувствовать себя действительно полезным в этом мире, это, конечно же, деньги. Поэтому это не мудрено, что создатели компании, они решили быть и в этом плане полезны, и это возвести в свою миссию. Дать возможность людям на платформе GNS зарабатывать деньги. Я считаю, что это очень сильный жест по отношению к людям, да, не зарабатывать за счет других, а зарабатывать благодаря обогащению других людей. И вот сегодня пойдет на эту тему речь. Ну, в первую очередь хочу сказать, что давайте поговорим об отличиях, да, чем мы отличаемся. То есть традиционный бизнес, мы уже знаем, что это такое, да, традиционный маркетинг. В чем их самое главное, скажем так, отличие, да? Это миллионы денег каждую неделю отчисляются на традиционную рекламу. Для чего? Ну, для того, чтобы продвинуть этот бренд, рассказать об этом многим людям, да, для того, чтобы о тебе узнал весь мир. И есть сетевой рынок, сетевая индустрия или сетевой маркетинг. Чем мы отличаемся? Те же самые миллионы денег каждую неделю отдаются людям, вот простым людям, такие как мы с вами. За что? За то, что они делают каждый день рекомендации. Они делятся искренне своими результатами по использованию продукта, они делятся искренне своими эмоциями по тому, как они используют эту бизнес-платформу, как они путешествуют с этой компанией, то есть своим стилем жизни, который действительно приобретают, войдя в подобную, вот в нашу компанию GNS. И компания дает 6 видов вознаграждения, то есть каждый клиент, человек, который может стать клиентом компании, он станет автоматически партнером и имеет доступ вот, вот этим 6 видам прибыли, о которых я сегодня коротко, но постараюсь понятно и просто объяснить, да, что это такое. Итак, вот видите, первый вид прибыли – прибыль от розничных продаж, программа лояльности GNS. Что это такое? Каждый, кто приходит в компанию GNS, он становится, он может стать не просто клиентом компании и пользоваться розничной ценой, да, продукта, а может стать лояльным клиентом, заплатив за свое участие, свой, скажем так, за свою франшизу $30, он регистрируется на сайте компании и сразу же автоматически получает 40% скидку ко всем продуктам, на покупки всех продуктов на постоянной основе. И второе, что он получает, это свой настоящий интернет-магазин розничных цен. Именно в этот магазин ваши люди со всех 147 стран мира могут заходить, выбирать какие-то покупки, делать заказ,
Компания доставляет им на дом за несколько дней этот заказ, а вам на электронный кошелек отчисляется 40% разницы между розничной и оптовой ценой. И любой человек, владеющий вот таким вот интернет-магазином розничных цен, имеет право на вот такой вид прибыли. Скажите, это очень круто. Преимущество этого вида прибыли в том, что тебе не нужно, как другие люди, владея интернет-магазином каким-то, да, они выкупают, они превращают свою квартиру или свой дом в мини-склад, они выкупают на энную сумму денег товары, заказывают его с Китая, потом обеспечивают доставку на дом или доставку на новую почту там, или как угодно своим клиентам. То есть представляете, сколько волокиты убирается, да, для того, чтобы мы зарабатывали вот на этом. Но вот интересный есть второй вид прибыли, он мне больше нравится, если честно, да, что это за второй вид прибыли? У всех есть возможность соединять наших клиентов, наших или наших знакомых, да, там, близких, друзей непосредственно с компанией, то есть давать им доступ так же, как и мы, зарегистрироваться за $30, открыть себе интернет-магазин и получить 40% скидку на все группы товаров на постоянной основе. То есть, грубо говоря, мы рекомендуем человеку открыть свой магазин, чтобы он покупал не в нашем розничном, а в своем оптовом магазине. Скажите, это очень круто, когда ты позволяешь, даешь возможность доступа своим знакомым, соединить его с производителем, непосредственно с компании GNS. И вот с самого первого заказа, который осуществит человек по вашей рекомендации уже в своем магазине, вам заплатят премию от 25 до $400. Премия будет зависеть от того пакета, который он выберет. Немножко чуть-чуть скажу за эти пакеты. Это льготные пакеты. Они называются регистрационные, которые даются человеку выбрать один раз в жизни. Это специальные льготные пакеты, они очень умно скомплектованы, их много разных видов, да. Как кто-то хочет, например, купить исключительно косметический пакет, пожалуйста, компания дает комплект и дает еще дополнительную льготную скидку ниже оптовой цены. Кто-то хочет смешанный пакет, кто-то хочет и здоровье, и красота. В общем, есть разные пакеты. Самые маленькие базовые около $200, самый большой посольский амбассадор, он стоит $1100. И вот посмотрите, покупая ваши люди эти пакеты, вы с их первого этого заказа от компании получаете до $400 премии. $400 за одну сделку. Таких сделок вы можете делать в месяц неограниченное количество раз. Подумать только, $400 это выше среднемесячной зарплаты на Украине. А вы таких сделок, вы таких рекомендаций можете делать очень много в течение месяца. Конечно, это очень крутой вид прибыли. Но еще интереснее вид прибыли, который называется командная комиссионная. Что это такое? Ключевое слово «команда». Когда вы начинаете формировать уже команду единомышленников, да, к вам будут приходить люди, которые будут, конечно же, пользоваться вторым видом прибыли, да, и третьим видом вознаграждения. Они будут рекомендовать открыть такие магазины по всем городам, по всем территориям мира своим знакомым. И у вас будет формироваться вот такая сеть поколений. Первое поколение, второе поколение рекомендаций и так далее. Это будет формироваться в левую и правую команду. Именно вот такая бинарная система, когда вот две команды у вас, да, в компании GNS. И вот когда у вас будет формироваться сеть из интернет-магазинов, и там будут осуществляться покупки, то будет товарооборот. Он исчисляется в баллах, в CV. И как только у вас накапливается 900 баллов, из расчета, что 600 будет баллов в одной команде, 300 в другой, неважно в какой, то за каждый такой цикл компания вам выплачивает $35. В чем преимущество этого вида прибыли? Преимущество в том, что товарооборот и формирование этой сети, да, не только вы затрачивали свое время здесь, да, и ресурсы, да, и энергию, а это уже строится благодаря людям, которые в вашей команде, конечно же, обученным командам. И в данном случае вы уже здесь выступаете вроде для тренера, организатора. Таких циклов вы можете зарабатывать в неделю 700 циклов. Это очень-очень сильно. Да? Есть ограничение 700 циклов, но это составляет 250 тысяч долларов, друзья. Есть еще один вид прибыли, четвертый, называется лидерский бонус или матчинг-бонус. Этот вид прибыли мы между собой называем как авторский бонус, авторский гонорар. О чем он говорит? Когда ваши люди начинают зарабатывать деньги с их циклов,
каждый раз, когда они это зарабатывают, компания вам 20% от их зарплат начисляет ваш электронный кошелек, не ущемляя, конечно же, им. Им выплачивается все по их процент. Ну, если это перевести в цифры, чтобы было понятно, каждые $100, заработанные моим партнером в первой линии за его циклы, это мои $20. Каждая его $1000 – это мои $200. Каждый его больше и больше, больше – это 20% от его заработков мы зарабатываем каждый раз, когда они зарабатывают. Поэтому вам выгодно очень, чтобы в ваших организациях, в ваших командах люди зарабатывали деньги с их товарооборотов. Вы будете этому обучать своих людей и радоваться каждый раз, когда они зарабатывают деньги. Но это еще не все. Посмотрите, на второй линии, то есть это уже люди, которые пришли за вашими людьми, да, ваше второе поколение, когда они будут зарабатывать свои 100, 1000 и так далее долларов, вам будут платить 15% за каждую зарплату, это $150, да, если 1000. С третьих линий это уже будет 10%, и до седьмого поколения, уменьшая до 5%. Это очень крутой вид заработка, он говорит о том, что мы зарабатываем за счет обогащения других людей. Не за счет других, а обогащая других. Есть стимул для удержания дистрибьюторов, это повышенный процент, да, компания повышает процент вашего лидерского бонуса, да, не 20%, а дает возможность зарабатывать 25 и 30%, благодаря тому, что вы формируете команду из 5 людей, или из 10 людей, да, из 10 партнеров активных, которые каждый месяц проявляют свою активность. И есть еще один вид прибыли, это бонусный фонд для бриллиантов. Друзья, это, конечно, очень крутой вид прибыли, потому что здесь речь идет о том, что компания, делая мировой товарооборот, дает 3% от мирового товарооборота распределить среди людей в звании бриллиант. Бриллиант, он зарабатывает уже 1 000 000 в год, да, это уже человек-миллионер в компании, это очень высокий ранг, который каждый год компании выпускает все больше и большее количество вот таких вот бриллиантов, да. Они не просто зарабатывают еще от сети, а от мирового товарооборота. Конечно же, к этому надо стремиться, это уже акционирование в компании. То есть, если сейчас среди гостей есть люди с амбициями и хотят действительно высокого уровня статус здесь занимать и зарабатывать большие деньги, пожалуйста, вот все ворота открыты. И не могу не сказать о дополнительных видах прибыли, которые периодически компания GNS дает нам заработать. Вот сейчас есть такой очень интересный, возбуждающий интерес, да, и возбуждающий желание вид прибыли Ранту Руби, когда даже новичок, пришедший сюда, да, сегодня, за январь плюс февраль может заработать дополнительный вид прибыли, дополнительные 75, 200, 800, вы видите на экране, да, 1500 и до $10,000. Это никакая не шутка, это никакой не, как это сказать, завлекаловка такая, да, некоторые говорят, ух ты, интересно написано, ну, насколько это... Есть люди, и я в том числе, да, которые регулярно зарабатывают ко всем видам прибыли, которые я сейчас перечислила, вот такой вид прибыли, как дополнительный бонус. В размере и 1500, и 3000, и 6500 долларов. Это нонсенс, когда действительно премия может превысить твой заработок, да, от сети. Это действительно возможно в компании GNS. Посмотрите, как это будет у вас. Обязательно на себе проверьте, как это будет у вас. Ну и я хочу передать слово моему партнеру Артему Авдиенко. Это партнер, который уже носит звание Сапфир, и я уверена, у него большое будущее в компании GNS, он одессит. И он сейчас расскажет об еще одном вознаграждении, которое очень многие все мечтают об этом. Да? Это одна из ценностей, это одна из тех целей, тех мечт, да, которые мы всегда пишем в своем списке, это путешествие. Артем, тебе слово. Привет, друзья! Спасибо, Юля, за представление. Представлюсь, меня зовут Артем Авдиенко, мне 30 лет, я спортсмен, я тренер по фитнесу, предприниматель Сапфир компании GNS. Мне сегодня выпала такая честь рассказать о таком виде прибыли, как путешествие. Это такое, как будто бонус к вашей работе. И я сегодня расскажу свою историю. Мне дали немного времени на то, чтобы рассказать. Но я думаю, что я быстро все успею.
Я пришел в компанию 10 октября 2018 года. Через 4 дня я уже был в Риме. Представляете? Там дальше фотка, Юля. Вот, посмотрите. Был уже в Риме. Вот мы видим слева, что это было очень и очень большое мероприятие, на котором я был впервые. 8 тысяч человек. Представляете? 8 тысяч людей со всей Европы. Я считаю, что в путешествие входит все. И обучение, и путешествие. Компания дает все в награждение. Вот, например, после Рима, видите, я возле Колизея, мы уже квалифицировались за нашу работу. То есть компания дает и денежные выплаты, и за то, что вы поработали, дает еще и путешествие. Вот я, например, почти 10 лет в фитнесе, и за хорошую работу меня никто не вознаграждал никаким путешествием. А компания... Я в компании за 4 месяца уже заработал путешествие первое. Вот мы были в путешествии со своей супругой Наташей. Мы вместе поработали и вместе путешествовали. То есть это очень классно, что этот бизнес можно строить, ну, вместе, по-семейному. И также путешествовать тоже вместе. Вот видим по центру. Это был круиз по Средиземному морю. Все за счет компании. Все за счет компании. Билет туда, обратно, 7 дней. Мы были 7 дней по Средиземному морю. Представляете себе? 8 городов. Вот мы даже занимались фитнесом на Коста Фортуна. Футбол, как Zen Project. Утром собирались на зарядку. Потом шли каждое утро в новом городе. Первый город, Марсель. Потом Барселона. Потом Рим, потом Валенсия, потом Ла-Специя. Это просто супер. Вот Барселона, плюс 28. Потом следующее утро мы в Риме, плюс 12 и дождь. Следующее утро мы уже в Валенсии, плюс 28. Романтика. И дальше, да. После этого, через 6 месяцев, мы были уже в Милане. Предыдущий слайд, предыдущая фотка. Вот легендарное здание в Милане. Не помню, как называется, но, наверное, все его знают. Я даже не мог себе подумать, что я когда-то буду в таких местах. Вот честно вам скажу. Хотя и романтик, очень люблю мечтать, путешествовать по Украине, потому что я спортсмен. И «Орел и Решку» люблю смотреть. Но чтобы где-то здесь я мог себе представить, чтобы я там был... Ну, наверное, бы, ну, очень сложно было бы, если бы я оставался только в фитнесе. А в GNS я на частичной занятости. То есть я еще и в фитнесе, и я в GNS. То есть это я говорю для тех людей, которые новички или которые гости. То есть можно быть и на своей работе, и заниматься все GNS. И вы можете также путешествовать, как и вот смотрите, как и я, как и наша семья. Это же, видите, вы справа внизу. Это 2020 год. Это карантин. Это все закрыто. Но компания GNS и наша дирекция для людей, которые сапфир и выше квалификации, сделала очень классный, даже сказал бы, такой мини-круиз. В Киеве на яхтах 2 часа. Представляете? Мы плыли с базы, там, где базируются катера, мы плыли 2 часа. Представляете? Вот я вот со своей женой, и мы за рулем яхты. Тоже очень классно. Я бы никогда не мог подумать, что я буду вести яхту в Киеве 2 часа. Представляете? Мы плыли на Кончезаспу, компания организовала нам прекраснейший ужин в одном из самых лучших ресторанов в Киеве. То есть о чем это говорит? О том, что наша компания,
она статусная, она делает все самое лучшее для своих дистрибьюторов, для своих партнеров. И этим нужно пользоваться, брать по максимуму от компании. Теперь хочу рассказать, что же нас ждет в будущем. Это квалификация на Дубае. Что нужно сделать, чтобы туда квалифицироваться? И можно ли туда квалифицироваться новичкам? Скажу, да, можно. Еще остался 1 месяц и 4 дня. Поэтому, друзья, более детальную информацию рассказывает вам человек, который вас сюда пригласил. Это подписание, это будут travel-пакеты. Ну, в общем, скажу одно, что туда можно квалифицироваться. Я как человек, который попал в круиз почти за 2 месяца, за месяц, за 1.5 месяца, у вас тоже есть шанс и возможность попасть в Дубай. 6-звезд отель, путешествия, сафари по пустыне, классные экскурсии. Ну, я думаю, там будет очень круто. Все-таки Дубай – это город, наверное, 22 же века. А, забыл сказать еще что, что я уже квалифицировался на следующий круиз, который перенесли из-за карантина. И в этом круизе я уже буду со своей командой. Я буду со своей женой, так же, как в первом круизе. Я буду уже со своей командой. Это очень-очень круто. Если в двух словах, то в принципе все сказал. Еще раз повторюсь, что у каждого есть возможность быть в Дубае. Спасибо за внимание и передаю теперь слово Кристине Сапфиру, компании GNS, человеку с большим опытом и путешествий, и денег, и команды. Кристина, тебе слово. Спасибо большое, Артем. Зажег еще раз, я тоже в круизе. Вот, и тоже надеюсь, что мы и в Дубай поедем вместе с командой. Спасибо большое. Я поздороваюсь со всеми, да, хочу сказать добрый зимний вечер. Ну, не у всех, конечно, сейчас снегопад, как у нас в Одессе. Вот, но сегодня я выходила в магазин, и когда я возвращалась обратно, на мой порог уже упала ветка в пол дерева. То есть момент ты пропустил, да, и все может произойти. Но вот вам лайфхак, друзья. Если вы не можете по погодным условиям поехать на работу, сидите дома и делайте бизнес с нами. Меня зовут Кристина, мне 37 лет. У меня маленькая, очень активная девочка, дочка, да, которую я воспитываю. И сейчас, ну, то есть 11 лет я уже в бизнесе, 11 лет я делаю этот бизнес с командой и с тренером Натальей Игнатенко. Это очень важно для меня, потому что я пришла в бизнес прежде всего на обучение. Да, когда я приходила, то есть для меня было важно научиться чему-то, что сделает меня более ценной, потому что, скажем, зарплата оставляла желать лучшего. Да? И когда я пришла к тренеру, когда я увидела, чему здесь учат и кто стоит во главе нашей команды, да, то для меня это, конечно, номер один. Я 11 лет с одной и той же командой, хотя компания у меня это не первая. Вот, но именно здесь я пришла и осталась. И знаете почему? Потому что очень важно, когда ты создаешь с людьми отношения. И эти отношения, они поддерживают тебя всегда. И в позитивное время, и в, ну, скажем, во время, когда у тебя проблемы, но прежде всего у тебя рядом есть поддержка и опора, и люди, которые не дают тебе отступать назад, даже если очень хочется иногда, да? Я себя на экране не вижу, но, наверное, так должно быть, да? Ну, меня видно, я надеюсь. Окей. Хочу сказать, что когда я приходила в компанию, ну вот у многих людей, наверное, возникали вопросы, там, ну, а я не умею этим заниматься, а у меня денег нет, да, а у меня времени нет. Вы знаете, когда я приходила в компанию, я работала на то время на работе 11 часов в день, 6 дней в неделю. И у меня было 2 кредита. И зарплаты мне хватало ровно на 2 недели, в лучшем случае, да. То есть потом мне приходилось опять жить в минус. То есть у меня, как у многих, не было денег, не было времени, но, как оказалось, если у тебя есть желание и ты хочешь что-то поменять, то деньги найти абсолютно реально, была бы цель, да,
Вот. А время, ну, друзья, время у нас всегда есть только на то, на что мы выбираем его употреблять, да? Если нам что-то не важно, мы всегда будем говорить, что нет времени. Вот, поэтому для меня эти два момента, они стали, ну, такими толчком, потому что я поняла, что да, времени у меня нет, но и денег у меня нет. А дальше как? Мне тогда было 26, да, сейчас мне 37. И за эти 11 лет очень много чего в моей жизни очень сильно поменялось. Потому что, начиная бизнес, я жила в коммуналке с мамой вместе, да, в одной комнате, ну, приблизительно понятно, да, что это была за ситуация, и мне было очень важно пойти туда, где я могу развиваться и где я могу наращивать доход, наращивать заработок, да, потому что на работе это все очень стабильно и очень плачевно, вот, ну, у кого какая работа, конечно, но как бы там ни было, всегда приятнее, когда ты как птица в полете, ты сама принимаешь решение, а не когда ты в упряжке и тобой все время там руководят, дергают, да, и похлестывают, согласитесь. Вот. Вот для меня что очень ценно было, когда я пришла в команду, когда я начала работать с тренером, потому что сначала, конечно, было страшновато. Ну, ты это не умеешь, ты вообще не очень привык так общаться с людьми, чтобы на них влиять, да. Ты что-то говоришь, тебя люди сначала, может быть, не слышат, не так, как ты бы хотел. И, конечно, обучаться влиянию и обучаться правилам коммуникации, интересоваться другими людьми. Поверьте, для меня это было очень большое открытие. Ну, потому что я думала, что я такая вся классная, меня и так все должны воспринимать, да? И вот я благодарна прежде всего моему тренеру за то, что она мне показывает акценты, и она помогает мне себя шлифовать. А это уже и на людях отражается, потому что то, что ты от себя отдаешь, да, тебе потом и приходит. Вот. Ну, хочу сказать более конкретно, вот что касается вопроса, у меня он тоже был, это не мое, потому что я, когда приходила уже в пятую компанию, я до этого 4 раза уже, ну, попала, скажем так, не в очень положительную ситуацию, да, я 4 раза была в сетевых компаниях, но меня, когда подписали, завели в компанию, и все, больше я спонсора никогда не видела. Ну, и нетрудно догадаться, что и денег я там не видела тоже, да. Потому что все вопросы, с которыми ты сталкиваешься, ну, чтобы не сказать проблемы, да, вопросы, тебе нужен всегда кто-то опытный, более опытный, чем ты, кто тебя поддержит, покажет, куда пойти, поможет решить вопрос, и ты не будешь закрываться в раковину, да, а ты поймешь, что, о, ну, это несложно, это ж я могу, и вот это, о, точно, я понял, да, вот, и для меня, конечно, тренер, который мне не давал отступать ни на шаг назад, прежде всего воспитал то, что я привыкла добиваться результата, я привыкла получать положительный результат, я привыкла отдаваться людям, да, отдавать в плане опыта, времени, энергии. Это тоже очень важно, и этому тоже мне пришлось учиться. Вот. Но поверьте, ничто не помешало мне делать этот бизнес, не идя на работу. Я больше на работу не ходила никогда, потому что, ну, я не представляю себе, как я могу опять зайти в эти рамки, делать только то, что можно, да, и жить только на ту зарплату, которую платят. Вы знаете, когда я принимала решение, я себе этот вопрос еще не задавала, но потом, попозже, я начала задумываться, что бы было, если бы я продолжала работать там, где я работала, ну, допустим, еще 20 лет, впахивая, к примеру, по 15 часов в день. Вот сколько бы я ни впахивала, мой доход, он не увеличивался, да? Количество времени сокращается, денег меньше, здоровья тем более меньше, потому что уже приходя тогда в бизнес, я уже имела у себя там хронические заболевания, которые мне, кстати, помог решить продукт, с которым я начала работать. Ну, то есть я не знала, на какой продукт я иду. Я шла на развитие, саморазвитие, и с такой мыслью, что чему-то я такому научусь, что будет меня оценивать дороже, да, что позволит мне стоить дороже на рынке труда. Вот. И в то время, когда я пришла, вот поверьте мне, что когда вы выбираете что-то делать, ну, задумываетесь, наверное, или задумаетесь над тем, какой результат вам это принесет. То есть то, на что вы тратите свое время. Вот сегодня, когда я заходила домой и увидела эту ветку на пороге,
я подумала, что очень многие люди сейчас отрезаны от работы, от возможности куда-то перемещаться. Может быть, у кого-то, не знаю, там бизнес или работа, связанная с переездами, да, с путешествиями. Это сейчас невозможно. Более того, это даже опасно, да, в плане здоровья, в плане вот коронакризиса, коронавируса, знаете, наверняка. Уже, по-моему, нет ни одного человека, который был бы в неведении. Вот. И когда ты сидишь дома, у тебя есть какой вариант? Ну, телефон, соцсети. И когда у тебя нет бизнеса, это все тебе ничего не дает. Ну, кроме общения, да? А когда у тебя есть бизнес, который можно делать и онлайн, и вживую, ты зашел в телефон, ты нашел своих друзей или даже тех, кого ты еще не знаешь. Вот. И ты предлагаешь, ты делишься тем, что у тебя есть. Потому что ты шанс для многого количества людей. То есть ты с твоими возможностями зарабатывать, защищать свое здоровье, не знаю, там, всю свою семью, да, благодаря этим продуктам прежде всего. Вы слышали, какие у нас продукты? Это очень коротко, но если вы в этом разберетесь, вы захотите прежде всего сам быть клиентами этого продукта. А когда ты клиент чего-то, что тебе очень нравится и что дает тебе классные результаты, поделись. Мы делимся и так по жизни, правда? Делимся, но никто нам за это не платит. А здесь такая система, что ты поделился, тебе заплатили. И более того, ты можешь показать... Вот моя очень активная дочка. Ты можешь показать другим людям... Хорошо, потом. Ты, на, будешь? Вот чем я могу ее отвлечь, да? Это резерв, который она обожает, и хоть на 5 минут это даст мне фору по времени, да? Вот когда я начинала бизнес, я ушла с работы через 2 месяца. И могу вам сказать, что вот в бизнесе это как в танцах. Ничего сложного нет, просто надо шаг за шагом повторять то, что показывает тебе человек, который тебя уже сюда привел. Потому что он знает гораздо больше, у него есть опыт. Ну, смотря кто, если новые люди, но в любом случае они приняли решение, а это уже важно. Когда ты берешь на себя ответственность решать, что ты делаешь, на что ты употребляешь время, энергию, силы, да, и что ты за собой создаешь. Потому что бизнес – это не просто сиюминутно на один день. Бизнес – это перспектива, большая перспектива, которую можно даже передавать наследство вот таким вот чудом, которое у каждого из нас, наверное, есть, да. И что еще хочу вам сказать, что момент времени, ну вот очень важно, каждый из вас, кто слышит сейчас эту презентацию, друзья, это не просто новости по телевизору, которые вы можете посмотреть сегодня, вчера, в записи, там, через неделю. Поверьте мне, что даже новости, кстати, меняются каждый день. Но это тот момент времени, в который именно вам Вселенная почему-то дала возможность что-то в своей жизни начать менять или узнать, на что вы способны. Да? А может быть, это поможет вам от чего-то защититься в плане продукта. Кстати, в плане дохода это тоже очень большая защита, согласитесь, да? То есть ты в любом состоянии, даже если ты сломал палец, там, ногу, не знаю, седьмой шейный позвонок, как моя подруга, да? Соня, нема. Все. На. Ой, сколько бы было, она бы все съела. Даже вот как моя подруга несколько дней назад, да, сломала седьмой шейный позвонок, и человек, который не может, по крайней мере, пока это все не заживет, заняться своей работой. Это значит, что дохода нет. А когда у тебя есть телефон, интернет, тренер и компания, у которой такие колоссальные инструменты... Еще. Такие колоссальные... Ну, зачем ты кричишь? Она меня толкает. На. Она меня толкает. Не буду. Друзья, вот так вот. Но даже, кстати, это не то, что не мешает мне делать бизнес, это, наоборот, еще ускоряет меня в бизнесе, мотивирует, потому что время ограничено у всех, да? И когда я думаю, чем я буду заниматься следующие 50... Ну, что ты кричишь? Ну, вон, посмотри. Во. Очень хочет побыть звездой. У каждого из нас есть время до конца жизни, да? Когда будет этот конец жизни, 110-120 лет, мы никто не знаем. И так как мне сегодня 37, то еще лет 80 мне чем-то надо заниматься. И вот чем я буду заниматься, с удовольствием ли, да? То, что я выбрала для себя, это меня прежде всего очень сильно вдохновляет. И мне никогда здесь не скучно. Потому что, ну, работа с людьми – это очень разнообразное дело, да? Ну, понимаете, что в любом бизнесе
традиционном, нетрадиционном, на работе. Мы всегда работаем с людьми. Только даем ли мы что-то людям, что они могут приумножить и использовать для себя, да, на 100%? Сюда иногда приходят люди, которые приходят, ну, от отчаяния, да, от безысходности. Надо денег, надо что-то поменять, надо переехать. Нету больше. Надо куда-то переехать, надо что-то изменить. А бывают люди, у которых все класс. Ну, правда, ты состоялся в жизни, у тебя там бизнес, ты зарабатываешь. Для этих людей тоже есть повод сюда прийти, потому что ты еще очень многим людям можешь что-то от себя отдать. Ну, я не имею в виду конкретно материально, но очень многим людям ты можешь отдать опыт, отношения. Если ты всего достиг, это не значит, что надо останавливаться. Ну, и я уверена, что люди, занимающиеся бизнесом, никогда не останавливаются. Но только в сетевом бизнесе, который затрагивает, не знаю, миллиарды людей по всему миру, ну, считайте, в год сетевой бизнес делает 286 миллиардов долларов ежегодного товарооборота. Значит, кому-то это надо. То есть это все делается людьми с помощью продуктов, которые продает сетевая индустрия. И поэтому, когда ты, в какой бы ситуации ты ни был сегодня, да, все хорошо или не очень хорошо, или все плохо, вам надо сюда прийти, да, вот тебе надо сюда прийти. Потому что здесь ты поймешь на самом деле, чего ты еще можешь и чего ты еще не достиг. И главное, чего, что ты можешь отдать. Потому что именно, кстати, в сетевой индустрии я научилась отдавать. Потому что это не сразу и не во всех заложено понимание того, что ты, делясь с окружающими людьми, ты в итоге все равно получаешь обратку, но ты и отдаешь. Приходите, присоединяйтесь к нам, пробуйте себя. Ну, я когда приходила, у меня не было момента «попробую». Я приходила, четко зная, что вот я берусь за дело, и я должна добиться результата, потому что у меня есть цели, которые я до сих пор еще не реализовала. У каждого, наверное, есть цели, которые вы еще не реализовали, правда? И если на сегодняшний день не видите возможностей особо сразу это все воплотить, то приходите в сетевой бизнес, потому что здесь будет тренер, будет помощник, который будет вас вести по шагам к тому, чтобы вы стали, чтобы ваши цели, они стали вашей жизнью. Вот. Я рада, что вы сегодня слушали нашу информацию. Я рада была передать вам часть своего отношения. И могу сказать, вот самое, напоследок могу сказать самое основное, если я с маленьким ребенком на руках, я сама с ней, да, мы только 2 месяца как пошли в садик, а до этого сутки она была все время со мной. И если я это могу зарабатывать, да, в карантин, в кризис, то вы это точно можете. Даже в этом не сомневайтесь. И помните, что здесь у вас будет человек, который не даст вам отступить и доведет вас до результата. Так что дерзайте, приходите, мы ждем вас в команде. Спасибо большое за внимание и до встречи.